Так, я устала Песковая, вещевой эфир, сейчас зайду. Подожди, он никого нет. О, все, класс. Привет. Приветики. Ну, конечно. Нормальное качество, скажите. Мы, короче, покушали только что салат. И скоро на мой счет. Да, и скоро мы будем покупать пирожное и смузи. Вот, конечно. Да. Спасибо. Как флешмоб? О, круто, все отлично вообще. Что ты? Такая. Ой, это твоя сестра? Привет. Да, у нее только классная сестра, гимнастка. Я с ней знакома. Я с кем? Я вот с Бадзовкой и с Настей. Да, я в Киеве. Как дела? О, дела отлично, знаете? Что это за фоточки? А что такое? Я вас вижу. Ой, я шарю сейчас. Где ты пончик купила? Что, где ты пончик купила вот на а где ты? На мангле. Сейчас, помахай рукой. В Тор-парке. Но в итоге мы их не смогли провести. Да, сейчас подойди ко мне, напишу. А, да, подойди ко мне, я тебе в трансляции покажу. Давайте, будет 20 человек, я вам покажу девочку, которая за мной следит. Походу, вообще плохо ловит, потому что считай, никто не лайкает. А нормальное качество? Ну, куда вы дальше? Дальше мы будем покупать смузи и пирожное. И пирожное. Есть единственное, что баба, оно скоро будет на канале 1+1, наверное, да. Кто, что, когда? Ну, это флешмоб, потому что это ж типа 95 квартал уставил. А, о, да-да-да. Ну, я так думаю, просто там интервью был, брал чувак с микрофоном 1+1. Вау, Настя, она меня видит. Вот, мы сидим, короче, поели салатик. Боже, подними руку и все. Алло, можно, мы тут, мы да, тут. Можешь к нам подойти. Руку. Да, можешь подойти, только... Не надо стесняться. Ой, ребят, можешь подойти, купить мне смузи, там, мы не купи, знаю. Купи, чтобы поесть, пожалуйста. Я устала тратить. Вот я подняла руку. А ты видишь нас? Мы сидим возле Just Salad, напротив Happy Lona. Слушай, она написала, что нас видит. Я знаю. Напротив Победы. Победы. Буфет Победа. И тебе перелайкала уже все, слушай. Что? Класс. А ну-ка, сколько Настя Кэт поставила лайков? Где-то. А, вот, 140. Молодец. Да. Ребята, всем привет. Напишите... Заходи тоже на мои трансляции. Расскажите мне что-то очень интересное. Приветики, приветики. Она меня лайкает. Вот. Ты подойдешь? О, хорошо, сейчас подойдешь. Я подняла руку, смотри, я подняла свою руку. Ты видишь нас? Вот, я подняла просто руку. Я просто боюсь, что ты маньяк. Я подняла руку. Нет, не видишь? Девочка в желтой футболке подняла руку. Вот она. Вот, я подняла руку. Смотри, мы сидим возле... Ты рядом? Вот, короче. Вот мы сидим. Вот на столике. А вот так это идет. Боже, почему у вас так много? Во что много идет? А, вот, короче, у меня уже кружится голова. Ладно, я не буду смотреть, потому что для меня будет секрет, кто подойдет. Я такая, привет! Здорово! Только не говорите, когда вы... Типа, меня не брати. Ты же в России? А. Ты в черной футболке. Ага, ты в черной футболке. Та-дам, та-дам! Просто есть одна проблема, тут очень много людей в черной футболке. Да, вот, даже я. Это девочка, блин, возраста вашего, подумайте, ловите. Снимай, когда кто-то подойдет. Окей, я снимаю. Где же этот кто-то? С хвостом, с хвостом. Ой, я уже тебе надо вернуть. Такая, а у меня дулька, вот, блин, значит, это не я. Эд Бадзова. Сохрани транс. О, нет. Да, да, ты да, говоришь да. Нос, тебе кажется, это просто тут такой звук. Бананка крутая, спасибо, она подарила. Кстати, у тебя... А, кстати, это я подарила. Смотри. Она у тебя замедляется. Я знаю, потому что всегда, не только у меня, так у всех. Да, вообще, да. Ой. Девочка с хвостом в черной футболке. Вот. Ты где? О, нет. Нет, давайте не будем за ней следить, типа пусть это будет секрет, кто к нам подойдет. Да просто подними свой зад и подойди к нам. Как Ой. Ты разговариваешь? Пожалуйста, подойди я к нам. Ее не знаю. Я очень милый человек. Да я могу минимум знать. Тебе колу купить. Что? Минимум колу. Это была шутка. Очень жаль, очень смешная шутка, я тебя ждала, но ты не окажешься в трансляции. Ой, ты равно... такая вежливая. О, у меня портфель упал. Смешно, ха-ха-ха. Что, да. Кто это? Мама-мама-мама. Так. Сколько тебе лет? 15. То есть никто подходить не будет, да? То есть я зря ждала, да? Я устала нажимать тебе лайк.
Просто мы здесь несколько кружков. Я думала, сейчас придет какая-то девочка. Да, мы с ней послякомимся. Кстати, если шо, она не против. Да, я люблю новые. Еще с мальчиками. А я против. Сколько еще больше не будем, не знаем, сколько нам покажет жизнь. А мы где-то будем еще тут час. Мы в Киеве, так, не трогай. Хочу ты сейчас кривляться, да, да, это, можно сказать честно, ты придешь или нет? Потому что я не знаю, придешь ты или нет, мне ждать тебя или нет. Не против. Я сейчас приду. Мы приду. Просто сейчас, может быть, уйдем. Да. Мы уйдем. Поэтому либо приходи, либо нет. Я считаю до 10, не могу. Я считаю до 5, не могу до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, эу. О май гад! Боже, это так звучало, так что 1, 2, 3, 4, 5, 6, эу, о май гад! Ребят, я бешеная. Говори, Шанюш. Пип! Ты можешь? Так подойди, я тебя не вижу. Так иди к нам, что за такого, господи? Тебе я сложно? Даже разрешаю купить мне мороженое. Да, да иди к нам, серьезно. Да, я не шучу. Мы не кусаемся. Я. Она кусает, она опасна. Слышь, ты что такая дерзкая? А? Пип. Упала. Это пишут разные люди. Боже, ребят, я уже запуталась. Скажи, короче. Пип. Хотите, приходите, хотите, пип. Не приходите. Пробовала синнабон? Нет, не пробовала, но мечтаю синнабон, попробовать. Синнабон, синнабон, синнабон. Это вон, очень вкусный сорт. Бомбон, this like swan, swan. И там такой синнабон, синнабон, синнабон. Где можно тебя, зверь, встретить? Ты же кусаешься, где тебя можно встретить? Что мне купить? Макфлори с карамелью. Не-не-не, тут сразу эти штучки. Короче, купить чего-нибудь. Очень, да, я реально... Я... Подходите к нам, мы не бойтесь, мы не кусаемся, что-то такое. Да, погуляю. Мы можем с вами блин, подвести. Ребят, вы столько говорите, я не успеваю просто придумать, что мне... Не то, что придумать, я не могу сосредоточиться. Короче, я никогда не пробовала этот синнабон. Все, я... Вот это синнабон. Недавно узнала, я еще там не ела, но я знаю, что там безумно вкусные знаю, булочки. Ну, вон, это там очень вкусные булочки готовят. Да, я никогда их не готовила. Я думала, там рыба. Завтра я не смогу. Я не могу купить, потому что у нас уже нет денег. Вот такая-то рыба там продается. Я только вчера это маме сказала, я думала, там рыба продается. Я реально думала. Купите ей синнабон, прошу вас, или подойдите к нам, по крайней мере. Да. Мы с вами потусим. Да, мы просто хотели бы узнать, где ты. Сколько я брала с собой? 200. Что это такое? Синнабон? Вот это. Там очень вкусные булочки. Мы можем подойти и снять. Подойдите к синнабону. Либо просто... Да, подойдите к синнабону. Смотрите, у меня флеш-тату. Ребят, вот тот, кто писал, что сейчас подойдет ко мне. Она удобная, кстати. Очень удобно. Я с ней хожу каждый день. Ой, как мило! Отвечаю. Спишь ли? Сплю с собакой, прости. Ну, прости. I'm sorry. Подойдите туда. Пошли, подойдем к синнабону. Ой, ты прям еще убираешь, я тебя так люблю. Я все там... 5 гривен в... Где? О, я вам покажу, что... Ой, я Орео привезла, могу тебе передать. Спасибо. Я тоже привезла. Да. Ой, я уже села. Купите нам 3 синнабона. Шутка, не надо, я не хочу разорять людей. А то еще будут думать, что я такая. Ну, то есть такая. Ты машешь? А ты возле меня стоишь или далеко? Куда мне смотреть, прямо или нет? Я правильно смотрю или нет? А ты можешь махать и прыгать? Пожалуйста. Такая... Подожди, она нас видит? Она нас видит, ты видишь меня и рукой махаю. Ребята, если это прикол, то это не смешно. Полина, гоу погуляем, если ты будешь здесь. Чувак, я тебя не вижу. Подойди к синнабону, просто поднимись. Так, давайте сейчас на счет 3. Настя и Аня, поднимаем руку. 1, 2, 3. Видно, коза? Жестко. Зага. Оу. Ребята, тут какая-то девочка меня либо разыгрывает, либо она боится, либо я не знаю, я ее не вижу. Нет.
Не оскорбляй, пожалуйста, людей, которые меня смотрят. Ты типа пидрудала. Ну давай, подойди к мне. Ну не бойся. Я не знаю, буду я или нет, честно. Октября или сентября? Сентября. Сейчас, спокойно, ребят. Сейчас, ну ты можешь прийти к нам или нет? Мы тебе ничего не сделаем. Просто приди к нам, мы с тобой поболтаем, даже, возможно, погуляем. Да. Так что, что ты теряешь свой шанс. Это такое выпадает не один раз в жизни. Знаю ее, она везде можно находиться и шутит. Ну вот это шутить, я таких не люблю, конечно. Короче, мы тут прыгаем, руки поднимаем, еще. А ты не идешь. Мне кажется, ли странно, когда мы замерзли, стоим так. Давайте, ладно, тебе. Давайте походим кругу. Подними руку. Да, подними руку, мы тебя увидим. Ты возле Мака или возле Стейк? Она из Степанки. Я помню, была какая-то девочка, помнишь, которая фотографировалась, и ты помнишь, она была в белой футболке. Зайдите в магаз. Да не, не хочется что-то. Очень, очень у тебя тяжелая рука. Спасибо. Пойдемте обратно, мне что-то нравится больше туда идти. Девочка, ну где ты? Ира, или как тебя там звали? Я не успела запомнить. Что? Пошли смузи покупать. Да, пойдемте на смузи. Мы что были возле Синабона, ты нас заставила. Да ничего там, ничего интересного. Мы вот стали ради тебя, а ты не пришла. Можно я просто хотя бы посмотрю? Нет, думаю, уже мы не будем здесь так долго. Смотрите. Вот скоро. На нами? Да. Смотрите, а вот. А сколько стоит маленький? Да. Я уже увидела. Спасибо. Ну прости, мы уже не сможем так долго гулять здесь. Все, девочка, которая не пришла. Мы уже идем за. Идем в Happy Loan. Happy Loan. У меня есть две карточки, по-моему, с Happy... или нет, сейчас. У меня кошелек там что-то. Какие-то... Блин, это пойдемте, пожалуйста, купим один этот. Как его называют? Смузи. Пожалуйста. А потом еще один и следующий бесплатно. Как раз три смузи. Да, конечно. Всего лишь 120 гривен три смузи. Мы там будем еще где-то... Мне еще деньги нужно оставить, 100 гривен. У меня только 100 гривен. Что ты врешь? Я к тебе серьезно говорю. Мне Иринка, ты не подошла. Мне на такси надо оставить. А, класс. Ну, у тебя нету 100 гривен. Покажи мне сумку. У тебя по-любому еще там 1,50 есть. Вот она уже. Да я вижу, только она к нам не подошла. Мы ее ждали. Кто? Иринка. А где Иринка? Да ну, вот. Вот это людям бедные. Я за 100 гривен оставлю. Ну, 100 потратишь. Ну, вот это, так это не один коктейль. Ну, блин, ну мы сейчас найдем...